За 13 часов портрет размером в 40 квадратных метров художники нанесли на фасад школы. Красок не жалели и не могли сделать портрет Неймара меньше, чем Роналдо и Месси. Задача непростая, и даже втроем выполнить все было непросто. Это была война с временем. Гонка с временем, чтобы успеть в срок сделать. Вот. Ну и этот рисунок, можно сказать, ну, сложнее предыдущего с Месси. Другая стилистика и цветовые решения. Торопились не зря. Именно сегодня сборная Бразилии заехала в отель, из окон которого Неймар сам сможет оценить работу художников. Я думаю, что понравится, потому что, насколько я знаю Неймара, он такой любитель, так скажем, покрасоваться, да, и я думаю, что ему польстит это изображение. That's so beautiful. Это очень красиво. Вы любите Россию, мы любим Бразилию, все любят Неймара, и он узнает о вашей любви через этот портрет. Неймар здесь как агент 007. Я думаю, ему понравится. Неймар на одной из пресс-конференций сказал, что он лучший футболист мира, а Роналдо и Месси не могут с ним в этом соревноваться, потому что они с другой планеты. Так у нас в Казани и получается. Пока вечно конкурирующие Роналдо и Месси в изображении на здании спорят, кто больше забил мячей на чемпионате, спокойный и удовлетворенный Неймар расположился совсем на другом здании. Так сказать, на другой планете. Ленар Гинатулин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.